Казань по праву считается одним из тех городов, которые внесли весомый вклад в развитие авиационной и космической промышленности. Именно поэтому в день 55-летия полета Юрия Гагарина в космос столица Татарстана стала одной из площадок масштабного флешмоба «Подними голову». Честь почтить память великого космонавта выпала студентам КНИТУ КАИ. Безусловно, каждый год 12 апреля наш университет проводит праздничные мероприятия, потому что именно мы связаны с авиацией, космонавтикой. Именно в нашем университете впервые в мире, в стране зародилась кафедра ракетных двигателей. Поэтому в то время, когда Роскосмос в этом году вышли с предложением провести такое вот грандиозное мероприятие «Флешмоб «Подними голову», мы, естественно, с удовольствием откликнулись. Стоит отметить, что кроме Казани флешмоб «Подними голову» прошел еще в 22 городах России. Одна из главных задач акции – подогреть интерес молодого поколения к космонавтике и напомнить о настоящих героях. Ведь сегодня на смену Юрию Гагарину, Валентине Терешковой и многим другим покорителям космоса пришли супермены, бэтмены и дедпулы. Мы решили узнать у самих студентов, как вернуть популярность космонавтам. Надо пиарить ее. Мы просто рекламщики. Надо продвигать, внедрять сознание людей, что это модно, что это престижно, что это интересная профессия. По телевидению нам рассказывают в основном о терактах, о межнациональных проблемах. Мы забыли, кто такие. Мы космическая нация. И у нас есть прекрасный павильон на ВДНХ. Сейчас он немножко заброшен. Мы бы хотели видеть наши достижения каждый день. Вот что у нас, сколько у нас сейчас находится спутников на орбите? Никто не знает. Надо больше здоровых людей. Да, надо здоровьем заниматься. Да, надо всех на ГТО. Вот ГТО – это отличный шаг популярности профессии космонавта. 12 апреля 2016 года, безусловно, не претендует на статус переломного в истории человечества. Но одним он запомнится точно. Спустя 55 лет после сверхчеловеческого подвига Юрия Гагарина вся страна вновь подняла голову. И, возможно, кого-то из них уже очаровали бескрайние просторы космоса. Один, два, ключ на старт, поехали! Подними голову! Подними голову! Александр Александров, Ленардо Влетьяров, Универньюз.